В прошлом году на базе волонтерского центра «Радость моя» начала работу швейная мастерская. Саровские рукодельницы связали и пошили более 5000 изделий для нужд участников СВО. Носки, шапки, балаклавы, перчатки, медицинские трусы, тканевые повязки. Также, начиная с октября, волонтеры помогли собраться в зону СВО 10 добровольцам, обеспечили их одеждой и стандартным набором медикаментов. Первый груз гуманитарной помощи, собранный силами муниципалитета и предпринимателей из Сарова, отправили в марте прошлого года. Мы оперативно за полтора месяца собрали первые две машины, это были МАЗы. Соответственно, мы быстро пытались сориентироваться в ситуации, и по запросам это были и продукты питания, и теплая одежда. Конечно, перечень средств, необходимых для сбора, он изменился, сильно видоизменился, потому что мы работаем уже под запрос. В поселке собрали предметы гигиены, теплые вещи, продукты, бутилированную воду, печи, буржуйки. Всего за год совершили 18 таких отправок. Последняя отгрузка гуманитарной помощи была 19 декабря через Дом народного единства. В общей сложности силами волонтеров, предпринимателей и ядерного центра участникам СВО и их семьям оказали поддержку на общую сумму более 70 миллионов рублей. Большое человеческое спасибо всем участникам этого мероприятия, поскольку неравнодушное отношение к жителям нашего города, к людям из соседней квартиры, из соседнего дома, это явно прослеживается и не может не вызывать уважения. Напоминаем, что в Сарове действуют два центра приема гуманитарной помощи по адресам: улица Пушкина, 24А, волонтерский центр «Радость моя» и Шверника, 11. От горожан принимают средства гигиены, перевязочные материалы, теплые вещи, предметы быта. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию муниципального штаба «Мы вместе» по телефону 9-91-13. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.